Аэратор для пруда Хайлеа BF370, производство Китай, для аэрации водоемов. Вот, то есть используется как антиобледенитель, отлично держит полынью и также применяется как устройство противообледенения даже причалов для яхт, лодок там и так далее. Ну, то есть, ну или каких-нибудь различных понтонов. Вот так. Раскроем. Так. В общем, вот это вот трубы для забора воздуха. Вот. Так. Немножко настроим. Инструкция. Все такая. Правда, все. А, вот есть по-английски. По-английски есть уже неплохо. Вот. Так. Сейчас мы его достанем. Что там у нас еще в комплекте идет? Такой вот шаровый кран. Красавец. Так, вот, в общем, вот сюда вот так вот вставляется трубочка, вот эта вот. Вот так вот. Вот. Ну, дальше кран. Ну, и, в принципе, можно и дальше туда продолжить. Вот. Погружается в воду. Вот. Ну, желательно его как-нибудь закрепить. Ну, как бы, либо к стенке, либо там привалить камешками какими-то. Ну, то есть, а то, когда он создает реактивную струю с водой и пузырями, ну, то есть сопло склонно подниматься. Отличная штука, как альтернатива систем на основе поршневых и мембранных компрессоров, ну, для аэрации пруда, для поддержания лунки, антиобледенения. Просто погружается в воду, вот, то есть работает совершенно бесшумно, не тарахтит. Ну, единственное, что вот звук всасывающего воздуха присутствует, конечно. Ну и как бы в принципе насосная система более надежна, всего лишь там крутится ротор с крыльчаткой в магнитном поле. Вот единственное там, ну, как бы только подшипники. И здесь уже есть и насос действительно живучий, качественный. Вот работать должно довольно долго.